песня, которую Илья Смирнов посвятил своей маме и принесла победу юному дарованию на фестивале «Попутный ветер». Этот неповторимый альт уже знают не только в Анапе, но и за ее пределами. Хотя еще несколько лет назад никто и не догадывался, что в обыкновенном мальчишке скрыт такой огромный музыкальный потенциал. У нас в семье, я не знаю, что кто-то так пел. Может быть, и пели, но мне это неизвестно. Чисто случайно он начал ходить на скрипку, и в процессе обучения преподаватель просил петь, пропевать ноты. То есть скрипка дала ему такой толчок, возможно, четкой, правильной интонации определенных нот. И он потихоньку начал петь, выступать где-то, просто детские песенки. И мы как-то поняли, что... надо, наверное, дальше развиваться и пошли на академический вокал. Сейчас в репертуаре Ильи несколько десятков песен. В основном это классические произведения Михаила Глинки, Александра Варламова, Сергея Рахманинова. Практикует вокалист и зарубежную классику. Сложность заключается в иностранных языках. Вот. Приходится, иногда есть такие песни на иностранном языке, вот, и приходится его учить. Ну, не весь, конечно, учить, просто фразу, но это сложновато. «Ава Мария» я пою на итальянском, на латинском, на русском. «Мама» песня я пою на итальянском. «Что ж ты опустила глаза» тоже на итальянском. «Вернись, Соренто» на итальянском. Талант – это только 50% успеха. Немаловажно суметь поставить голос, выделить акценты и сильные стороны. Все это лежит на педагоге. Профессиональный наставник Ильи, Эвелина Кочурина, гордится своим подопечным и благодарна судьбе за то, что в свое время этот вокалист попал именно к ней. Такой действительно самородок бывает очень редко. Я так просто уверена в том, что у каждого педагога это может быть в жизни, может быть, раз, может быть, два максимум таких учеников. То есть он для меня как награда, потому что такой талант, вы сами понимаете, он встречается довольно-таки редко. Ну а занятия вокалом при кажущейся легкости очень трудны. Как сказал один мой знакомый артист, этот легкий, трудный жанр. В этом непростом направлении Илья планирует развиваться и дальше. Его самая большая мечта – петь на сцене Большого театра. И свои маленькие, но уверенные шаги он делает уже сейчас, не пропуская ни одной репетиции. В данный момент готовит новые сольные выступления. В марте следующего года он примет участие в краевом конкурсе солистов-вокалистов. Руслан Душевский, Анапа регион.